Погода сейчас хреновая, магнитные бури, голову ломит, блейзер не помогает ни хрена. От банка выпил, что-то вообще никак не помог. Товар года, собственно, клубника, бузина. Ну, первый класс-то я помню, поскольку, постольку, ну, это очень давно было, это был, как бы, 76-й год. Я помню, что у меня был огромный букет цветов, школьная форма из магазина «Сказка». И была у меня первая учительница, даже я помню, как зовут. Ну а что, ну а в первом классе так безобразие происходило, и там запоминать-то особо нечего. Ну что там было, ну сидели мы там, по слогам какие-то писали слова, что-то говорили, там одно яблоко плюс два яблока будет три яблока. Ну такое первый класс. Ничего там от первого класса у меня не отложилось. Там потом была поактивнее жизнь, чуть попозже. Когда мы там всем классом могли школу прогулять, или не пойми что, или просто по каждой по отдельности. Еще была у меня одноклассница такая, которая могла в журнале, там, в дневнике расписываться прям один в один, как училки ее мои. И к ней прям очередь из нас стояла, прям целый класс там. И она там, а если удается еще этот самый журнал захватить, типа школьный там, ну, его надо было за учительской тащить в класс. Можно было ей прям дать, она прям такие отметки выводила там. Ну, я особо не претендовал, трояк мне поставить, что она меня там на прошлом уроке вызывала, чтобы сегодня там не попасть под раздачу. Она прям бабаха забамбухала мне. Я ей это самое, на 8 марта прям, ну мы там всем девочкам ставили в классе на столы там подарки. Я прям куплю флакончик духов за 90 копеек. И какого-то медведя такого. Ну, не особо дорогого. Такой небольшой мишка был. Ну, там как когда. Потом, она мне в обратку потом подарила этот кораблик. Ну, его там надо было некоторые детали самому прикреплять там. Они в наборе шли. И небольшой пузыречек клея. Я, короче, с этим вымотался так, с этим кораблем, с катером с этим. Вообще беда. Так он и не склеенным и стоял. А помню, как-то мы купили там, пачку сигар. Такие какие-то сигары назывались морские, там 5 штук. А мы тогда толком не курили и начали их в затяг херачить. Как нам всем херово стало. Блевать мы начали, там голова закружилась. А мы еще на дереве сидели. Ё-моё, как мы оттуда слезли, я вообще не понимаю. Но мы любили сидеть на деревьях. Ну, каким-то образом я слез. Помню, что вот самый запоминающийся момент, когда мне было очень плохо. Очень хреново.